Хей, окей, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется The Santa Cookie, либо Печенье Санты. Это хоррор. Так, история. Одно рождественское ночное зло, или одно зловещее Рождество ночью, Йохеа. Вы, короче, что вернулись в комнату, стало очень... Так, почему холодно? Невыносимо холодно здесь. Того. Ладно, давайте посмотрим, что из себя это представляет. Так, управление. Флэш. Так, хорошо, у нас есть... Использовать предметы. Интеракт. Хорошо. Да. Стремновато. Мы побрызгали типа молоком. Это типа летсплейщики? Серьезно? Подожди. Тут разве тоже был Санта в этот момент? Подарок пропал. Да что? Что творится? Почему у нас молоко? О, это хлеб. Это мы помним. Да, стой. Safety room. Добро пожаловать в сохраняющую комнату. Я вижу елку, окей. Через стены летает? Какого черта? А, теперь у меня тут нету стакана.
Но он типа не двигается, если мы светим. Он берется хер знает откуда. Понимаете, он выходит с стены. И двери почему-то открываются лишь в одну сторону. Понимаете, это неудобно, когда двери в одну сторону открываются. И нужно обращать на музыку внимание. Нифига не игра. Заеби. Только что использовал оружие против Санты. Ну, если верить, welcome to the safety room. Почему safety? Почему не safe? Ну, safe. Сохраняющаяся комната, так? Так, подарки, как я понимаю, рандомно появляются. А, все? А, Ювон, вы выиграли это время. А, sorry again, следующий Fasters. Поздравления. А, кредит. Программисты, Санта печенье должен любить и стресс, и быть страстный, помощь в жизненный тип Charm, The Friends, The Family. Ну, короче, помощь living в жизни, что-то вашим друзьям и родителям. Best of the Real Cookie. Так выглядит нас. Это настоящее печенье. Да, ребята. Давайте, я думаю, тогда мы споймаем с вами скримячка. На составочку. И, в принципе, на этом будем заканчивать. Так как мы с вами считаем... Ну, сколько здесь получилось? 3 подарка нужно найти. Возможно, это быстро все пробежать. Запомните, двери открываются прямо на вас. Эти почему-то. Да елки-палки, что ты исчез? Ты мне как раз нужен был, Санта. Давайте молочку возьму.
1-3, да, только подарка нужно. А. Да, 3 подарка, ребят. Игра вообще бустер проходится. Маш, что-то сложного. Ладно. Я просто хотел утвердиться то, что здесь довольно быстро все проходится. Так, мне нужно Санту найти. Санта. Мне нужен Санта. Не буду я подарок подбирать. О! Так, по звукам где-то Санта... А, подарок появился. И по таким звукам еще подарок показывает. Раз подарок, два, подарок, три. Все. Мы нашли все подарки. Знаете, я вот не думал, что так тяжко найти Санта. Санта, я сейчас подарок подберу. Все, власть. Ладно, еще один подберу. О. Все, ладненько, ребят. Давайте тогда, я думаю, мы на этом с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И по идее остается каких-то... 2 где-то часа до наступления Нового года, поэтому в этот день я выпущу еще одно видео перед Рождеством, то есть я выпущу в 23:00 еще одно видео. Ну, если получится, тоже с новогодней такой тематикой. Хоррор, не хоррор, здесь уже будет спорно, поэтому всем пока.